Во всех учениях всегда говорится только об одном, что человек должен постепенно при помощи определенной практики, знания, сознательно уменьшать свои половые взаимоотношения. То есть сводить постепенно к минимуму сексуальные отношения. И употреблять секс только для того, для чего он предназначен. А любой нормальный человек знает, что сексуальные и половые отношения нужны только для продолжения рода. И не больше, и не меньше. Но люди, постепенно деградируя, сводят все сексуальные отношения к чему? К чувственному наслаждению. Баловство такое. Баловство. И это проявление бескультурия. Бескультурия. Поэтому мы видим огромные сети контрацептивов продаются, эти аптеки, аборты и так далее. И люди даже не знают, какую карму за это получают. И правительство также, находясь в университете, поощряет это. И эти правители также деградируют. Только из-за того, что дают санкцию на такие виды деятельности. Человек даже не знает, исходя из ответа, какие реакции получает женщина, хоть раз сделав аборт. Что ее ожидает? Что ожидает мужчину, который заставил женщину сделать аборт? Что ожидает врача, медсестру, правителя, который поощряет? Целая цепь людей сразу же за один аборт получает реакцию. Потом каждый говорит, за что это, ни за что меня ограбили, ни за что меня убили, ни за что меня, у меня рак, ни за что я ослеп. Я такой хороший человек, а меня шальная пуля прямо в висок. И так далее. У людей нет представления, откуда это проистекает, какие реакции они получают.